Карельский сериал Ивана Кульева об ужасах современных технологий «Пиксельный разум» вошел в программу единственного в России фестиваля веб-сериалов «Реалист Веб-Фест». К конкурсу допущены 33 работы из 1300 поданных заявок. 20 июля в Петрозаводск съедутся, пожалуй, самые сильные люди мира. На площадке уличных тренажеров на Онежской набережной пройдет российский этап международных соревнований по силовому экстриму Strongman Champion League. В Сартовале начались работы по благоустройству и восстановлению дендропарка. Проект подготовлен учениками и педагогами средней школы номер 1 в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив. В Карелии снова дожди. Сейчас циклон движется с востока на запад. Онежское озеро уже хорошо прогрелось. Холодный фронт, проходя над теплой водой, закипает, и осадки становятся сильнее. В ближайшие дни нас ждут дожди и грозы. Женская команда CityLink Triathlon Team из столицы Карелии заняла второе место в мировом этапе состязаний серии Ironman по триатлону. Соревнования проходили в городе Лахте. Петрозаводчанки уступили лишь спортсменкам из Финляндии. 12 июля на Петров день историческое поселение Гафостров в Мойзерском районе отметит День деревни. Гостей ждут ремесленные мастер-классы, конкурс карельских блюд, турнир по городкам Кюйке и традиционная круга.